Пост ГАИ в Большечерниговском районе теперь настоящий пограничный кордон. Сотрудники ГИБДД контролируют иногородних водителей, которые въезжают в 63-й регион. Ведут учет приезжих, уточняют место пребывания и цель визита. А вы знаете, что в связи с распространением коронавирусной инфекции необходимо соблюдать правила самоизоляции? Вы сам знают. Да так соблюдаю. Сегодня я был вот в аптеке, вот, покупал тоже антисептик, маски с этими и за хлебом. На пункте контроля круглосуточно в две смены дежурят сотрудники Росгвардии, ДПС и Роспотребнадзора. Для этого пост оснащен всем необходимым. К такой профилактической работе водители относятся с пониманием. За неделю работы контрольного пункта было зарегистрировано 17 водителей, въехавших в Самарскую область из других регионов. Каждому гражданину, прибывшему на территорию Самарской области из других субъектов Российской Федерации, выдается уведомление о необходимости соблюдения мер. Эта работа организована согласно постановлению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Люди, прибывшие из других регионов, должны пройти обязательный 4-дневный режим самоизоляции. Сейчас контроль за соблюдением ими данного режима усилен. Мария Елчан, Николай Епифанов. События.